Это Басси. Мишель. Максим Басси забегает за спину нашему защитнику. Прострел в штрафную. И Ловчев, который уже успел вернуться на поле, прерывает движение мяча и не просто куда-то его выносит, наотмашь, а делает точную передачу низом. Минаев. Колесов принимает мяч. Николай Колесов, удар, гол! 3-2 счет становится. 3-2 в пользу московского «Динамо». Николай Колесов возвращает надежду своей команде и всем советским болельщикам. Забивает третий гол в ворота французского «Нанта» уже на исходе матча. 3-2 в пользу «Динамо». Сколько еще?